Безусловно, США очень сильно сейчас тянет одеяло на себя, и я думаю, что это от какой-то, в какой-то степени от бессилия, потому что страны никак не могут угомониться, Америка никак не может угомониться, и выглядит это уже на самом деле смешно. Я думаю, что у России очень большая сила, и в любом случае у нас есть Китай, Индия. Если мы объединимся сейчас с многими странами, на самом деле, мы сможем не то что быть равным, мы сможем намного быть сильнее. И я думаю, что людям надо давать выбор, людей нельзя давить. Должна быть много полярности, я за это.